Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями, и в начале коротко о главном. Транспортные компании повышают цены за проезд. Законно ли их действие? УФАС Дагестана назначила проверку, подробностей через минуту. Запретить нельзя разрешить. Где поставить запятую, что думают жители столицы о ношении никаба в Дагестане, смотрите в нашем опросе. Предупрежден, значит вооружен. Силовые структуры провели совместные антитеррористические учения в Каспийске. Налоги, кассовые аппараты и трудовые договоры. Администрация Махачкалы начала борьбу с теневой занятостью. В Махачкале повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Со вчерашнего дня цена за поездку маршрутки составила 32 рубля вместо прежних 27. Плохие новости и для жителей Ленинкента. Теперь им для того, чтобы попасть в столицу региона, придется оплачивать 35 рублей. Напомним, что ранее транспортные компании анонсировали изменение тарифа с 1 июля. Тем временем УФАС Дагестана заявил, что займется обоснованностью повышения стоимости проезда. Мы отследили как бы действия многих чиновников, которые этим как раз у нас занимаются, и сочли необходимым на текущий момент выдать это предостережение. Это о том, чтобы чиновники не совершали действия, по которым могут быть увеличение тарифов. То есть, если это не в вашей компетенции, то не надо об этом и говорить. Оставьте слово или действие за бизнесом. А бизнес не имеет права сговариваться. Если кто-то посчитал, что и на маршруте тариф уже должен подняться там, на 2 рубля, на 3 рубля, он же опять-таки ориентируется на конкурентов, на тех, кто могут альтернативными, так сказать, путями перемещаться по городу. Поэтому их это сдерживает конкуренция. Но стоит отметить, что такие объявления развешаны не во всех маршрутках. Есть перевозчики, которые пока еще сохраняют прежние цены. Следом совершенно понятно, что пойдут и остальные тоже. То есть эта схема сделана для того, чтобы их не обвинили в сговоре? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но опять-таки мы все понимаем, что с учетом общей ситуации, с учетом положения экономики, тариф никогда не может быть постоянно одним и тем же там, на 9, на 8, на 10 лет. Но тот скачок, который мы видим у нас в городе, он слишком очевидный, что там не все в порядке у нас. Потому что если сидеть по соседним городам, то таких скачков, как у нас, нет. Запрет никаба в Дагестане стал одной из обсуждаемых тем. Отдел фетов Муфтията готовит каноническое решение о временном недопущении в республике формы одежды, которая будет полностью закрывать лицо человека. Такое заявление, учитывая нынешнюю ситуацию, сделал муфти региона. Мы решили узнать мнение горожан по этому нашумевшему вопросу. Слово Хамзату Нурмагомедову. Накануне муфти Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба в Дагестане, учитывая нынешнюю ситуацию в республике. Мы решили опросить граждан и спросить также у них, что они думают об вообще одеянии, которое покрывает полностью тело, в том числе и лицо человека, и узнать, насколько они относятся к этому положительно или отрицательно. Решать за кого-то, носить ему или нет, тоже не хочется. Может, человеку так комфортнее себя чувствовать, и ему так спокойнее. Если исламом это разрешено, то сказать, что нет, не носите, тоже неправильно. Ну, мне лично, я просто выражаю свое мнение, мне страшно, да. У меня тоже много детей, я тоже мать. И зная нашу республику с горячей кровью, что у нас здесь часто бывает, особенно в последнее время, немножко страшно. Но так как участились вот эти случаи, как теракты, думаю, что можно от этого как-то придержаться, да. То есть это может способствовать какой-то, ну, более, так сказать, безопасности в регионе, на ваш взгляд? Я думаю, да. Потому что там не видно, может, там мужчина под этим. Я вообще далек от этого. Далек. Это кто заказывает эту музыку, я не знаю. Отношения, чувства? Я испытываю это нейтральное чувство. Действительно ли это может, ну, повысить безопасность в регионе, учитывая нынешнюю ситуацию? Я считаю, это правильное решение, что муфтия должен принимать решение. То есть это внутреннее дело вашей республики, поэтому дело за муфтиятом. Как они решат, какое решение будет принято, я думаю, стоит подчиниться, наверное. Честно говоря, я не люблю такое одетое, потому что Когда маршрутом ездила один раз, там дети плакали, такую женщину видела. Они так испугались, на нее смотрят и плачут. Я тоже плохо смотрю, потому что я сама взрослая женщина, я сама боюсь таких людей, когда вижу. Да, это будет способствовать безопасности. Конечно, здесь не каждая девушка под никабом, да, она какая-то опасная, там, преступница, там, не знаю, террористка. Но случаи же всякие бывают. Там на одну из 1000 человек кто-то попытается все равно укрыться, мне кажется, как это было недавно. Людей, которые, ну, зомбированы, мягко сказать, их везде хватает на территории России. Это не только Дагестан. Извините, бывает там вербуют, поезда подрывать, да, вот. Ну, то есть это везде что-то происходит. Конечно, под никабом могут быть любые, там и мужчина, и женщина. То же самое недавно теракт, который этот был, да, говорили в никабе, хотят это убежать, да. Ну, такое, конечно, не одобряю, да. А в целом нейтрально. Вот вчера было сказано то, что планируют, ну, как бы, временно запретить никаб в Дагестане, учитывая ситуацию, в целях безопасности. На твой взгляд, это, ну, может прибавить безопасность в регионе? На твой взгляд? На мой взгляд, не знаю, нет, наверное. Да. Наверное, нет. Если захотеть, они могут и без никаба это все сделать, да? Просто ваше мнение относительно никаба? Вот, хорошее, честно. А вот почему? Хотели водить. Сами хотим надеть, да. А вот почему эта тенденция идет чуть-чуть негативная, что-то? Это даже, не знаю, это вот из-за мужчин, которые вот берут, надевают никаб. Скрываются как бы под никабами, да? И потом вот после этого всего это идет. Но, насколько я знаю, никаб же это именно арабское одеяние, не мусульманское. В принципе, то, что люди укутывают так своих женщин, ну, в этом ничего такого плохого я не вижу, если они сами этого как раз таки хотят. Так что тут, ну, никакого негатива нету в этом плане. Даже вот когда я вижу девушек с закрытым лицом, а сейчас вообще не просто закрыто, просто прорезь глаз. И боишься, не знаешь, кто это здесь идет рядом. И вообще хочется видеть улыбку, хочется видеть светлый взгляд, хочется видеть открытое чистое лицо. Ну, мне не особо, честно говоря, это нравится, что лицо вот так вот закрыто полностью. Это, конечно, печально, то, что запрещают, будут запрещать. Вот. Я считаю, что в этом виноваты вот эти боевики, которые вот такие глупости делают, да, которые дали повод, чтобы запретили никаб. Ну, понятное же дело, почему все-таки такое решение было принято. Никабом прикрывались, никабом, вроде это одежда, которая никаб должна, как бы, да, скрывать женщину, скрывать ее из виду. А как получается? Получается, что женщина этим выделялась, опять-таки. Получается, что никабом мог прикрыться мужчина. Мы такие ситуации знаем, слышали из новостей. У нас в Дагестане были подобные ситуации. Прикрывались мужчины. Мы знаем, закладчики тоже использовали никаб как одежду, чтобы скрыть свое лицо. И все-таки мера вынужденная, поддерживаю полностью, естественно, решение муфтия по этому поводу. И вообще хочется обратиться к нашим дагестанцам, дагестанкам. У нас есть проблемы поважнее. Обсуждать проблемы, которые действительно требуют нашего внимания. Это наши дети, наше образование и так далее. Мнение народа относительно запрета никаба разнится. Некоторые положительно относятся к этому решению, а некоторые отрицательно. Но все прекрасно понимают, что терроризм не имеет ни религии, ни нации, ни какой-то профессии. А все делается ради безопасности народа. Хамзат Нурмагомедов, Магомедрасул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ликвидация боевиков, тушение пожара и эвакуация населения. В Каспийске силовые структуры провели учения по совместной отработке действий при террористической угрозе. Это позволило выработать комплекс мер, направленных на улучшение системы взаимодействия органов власти и местного самоуправления при терактах. Руководством учений дана положительная оценка готовности органов и подразделений, привлекаемых к проведению контртеррористических мероприятий на территории республики. Администрация Махачкалы начала борьбу с теневой занятостью. Так, специалисты мэрии накануне провели рейды по объектам предпринимательства, расположенных по улице Акушинского. Бизнес проверяют на поставку на налоговый учет, наличие кассовых аппаратов и трудовых договоров с работниками, а также на размещение рекламных баннеров в рамках закона. Рекламная кампания, которая завирусилась в крупных российских мегаполисах, дошла и до Дагестана. На улицах Махачкалы появились необычные баннеры, вызвавшие интерес со стороны местных жителей. Дима оплатил корзину, улетел в Дербент покупать квартиру. Такая надпись красуется на экране, установленном на улице Дахадаева. Застройщик «Эффект Девелопмент» возводит многоквартирные дома в Дагестане. И такой вывеской предлагает жителям и гостям республики приобрести заветные квадратные метры в древнейшем городе страны Дербенте, в жилом квартале Гранатовый. Все началось с рекламного баннера крупного российского маркетплейса «Дима, оплати корзину». Далее в игру включились другие компании, в том числе операторы сотовой связи и финансовые организации. «Эффект Девелопмент» поддержала вирусную рекламу про Диму сразу в двух городах – в Санкт-Петербурге и в Махачкале. Баннер «Эффект Девелопмент» рассказывает аудитории, что Дима оплатил корзину и улетел в Дербент покупать квартиру. Реклама, которая берет начало с московских билбордов, плавно переходит на дагестанский рынок. Все потому, что Дербент стремительно растет и развивается. В «Эффект Девелопмент» уточнили, что у них покупка жилья в древнем городе интересуются люди с разных уголков страны. Клиентов привлекает уникальная концепция проекта, виды на море и горы, и, что не менее важно, продуманные планировочные решения и современная архитектура. В рамках перезагрузки Дербента здесь появится курортная зона на уровне мировых столиц туризма. Жилой квартал Гранатовый строится в микрорайоне Южный в соответствии с федеральным законом об эскроу-счетах, а значит, их деятельность максимально прозрачна и надежна. Здесь появится около 1500 квартир в 9 корпусах с неповторимыми дизайнерскими планировками. Жильцов также будет радовать закрытый двор, ландшафтный сад с современными детскими и спортивными площадками и подсветкой в вечернее время. И к новостям спорта. Песок вместо татами. В Каспийске прошел открытый городской турнир по пляжному самбо. Соревнования посвятили памяти участника СВО Рабадана Ахмедова. Побороться за награды и денежные премии вызвались порядка 80 юношей. Помимо местных спортсменов, награды и денежные призы оспаривали еще 5 команд. Это представители разных школ Махачкалы и Ливашинского района. Участники показали свое мастерство, захваты и броски практически на любой вкус. В пляжном самбо большое значение имеет характер и воля к победе. Ведь здесь песок не только смягчает падение, но и создает дополнительную нагрузку на ноги. Уровень борьбы сегодня у нас очень даже высокий. Ребята борются до последнего, до каждого балла идет рубка. Здесь представлены представители из разных видов спорта. Также борются у нас и дзюдоисты, самбисты, также представители из вольной борьбы. И думаю, ребята здесь получат большой опыт. Всего на турнире было разыграно 13 комплектов наград. Лучше других себя проявили хозяева площадки. У них 6 золотых медалей. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире.